В Омске снова открылся полигон для мусора в Ленинском округе. Это вынужденная мера. С 6 февраля единственная действующая свалка рядом с селом Надеждино должна была прекратить принимать грузовики с твердыми коммунальными отходами. Взамен, как сообщали в региональном министерстве строительства, шлагбаумы должны были открыться на двух городских полигонах – в Кировском и Ленинском округах. Однако заработала лишь одна свалка. Хватит ли места на площадке для складирования мусора со всего миллионного города? В областном министерстве строительства комментировать ситуацию отказались. Не смогли ответить на вопрос, почему не работает полигон в Кировском округе и в региональном министерстве природных ресурсов. К слову, работники свалки даже и не слышали о возможном открытии площадки. Напомню, 2 февраля на сайте компании ЖКХ-сервис появилась информация, что Надеждинский полигон прекращает принимать отходы, так как у компании закончилась лицензия. Однако на сайте позже появилось новое объявление. До 9 февраля на свалку можно будет привозить отходы только 5 класса опасности. Пищевой, бытовой мусор, пластик, металл и так далее. А с 10 февраля полигон будет принимать на временные накопления твердые коммунальные отходы 4 класса опасности, нефтесодержащие отходы на срок не более чем 11 месяцев.